В настоящее время на территории Акмолинской области насчитывается более 20 молодежных объединений и организаций. Их работа ведется в различных направлениях, однако они связаны общей целью – это поддержка и занятость молодежи, а также вклад в развитие страны и региона. С целью привлечения в организации новых членов для студентов первого курса высших учебных заведений и колледжей города Кокшетау прошло мероприятие «Знакомство с подобными организациями». В рамках мероприятия «Выбери свое» первокурсникам представили студенческие клубы, волонтерские и молодежные объединения. Присоединиться к ним могут все желающие. Организаторы отмечают, активная и перспективная молодежь сможет выбрать для себя общественно полезное занятие в любой сфере. Сегодня у нас проходит мероприятие «Выбери свое», где посвящен для первокурсников, то есть каждый первокурсник может посмотреть сегодня мероприятие и выбрать себе как ближе организацию и вступить в эту организацию. То есть сегодня у нас молодежная организация, волонтерская организация, НПОшники показывают свои достижения, работу, цели свои, чем они занимаются, чем будут заниматься. И каждый первокурсник, как говорится, себе, кто по нраву будет, тот и может вступить в эту организацию. Первокурсникам предоставлена возможность окунуться в атмосферу студенческой жизни. Это хороший способ адаптации к молодежной политике для тех, кто не так давно начал обучение. Для организации же подобное мероприятие – шанс рассказать о проделанной работе и привлечь единомышленников. Мы представляем педагогический отряд «Думан». Эта организация создана для того, чтобы направлять вожатых в лагеря, для того, чтобы они в дальнейшем работали с детьми. То есть уже на профессиональной основе пополняли собственные знания, собственную методическую базу. Мы на этом мероприятии, чтобы пригласить студентов с разных колледжей в нашу организацию. В мероприятии приняли участие 12 организаций, среди них дебатные клубы, волонтерский центр, танцевальная студия и литературное сообщество. Можно быть уверенным, что молодежь повышает свою правовую грамотность и общественную активность, поддерживает здоровый образ жизни.